Отопительный сезон в республике стартовал 15 сентября. По информации регионального министерства ЖКХ, сегодня в Туве функционируют 12 топливных складов, куда бесперебойно доставляют уголь каждый день, чтобы восполнять запасы. На сегодня мероприятия по подготовке объектов ЖКХ в соответствии с распоряжением правительства республики Тува у нас завершены, выполнены на все 100%. Подготовка к осенне-зимнему сезону – это не только проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ, но и модернизация систем теплоснабжения. В этом году за счет средств республиканского бюджета выполнена работа по замене изношенных систем отопления многоквартирных домов в городе Ак-Довурак и Шаганар. По городу Ак-Довурак выполнена работа по замене системы отопления домов по улице Юбилейная, 13, и ВЛКСМ 1, 2, 4. По городу Шаганар у нас выполнена замена изношенных конвекторов, а именно по дому Саяно-Шушенская, 8. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Сегодня паспорта готовности к отопительному периоду подписали на все многоквартирные дома. Их в республике 581. Также паспорта готовности получили 6 водоснабжающих организаций. Айсана Саян, Буян Кулар, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.